Влияние кремния на организм человека. Мироздание как элемент, обладающий исключительным значением. Вернадский. Живое в неживом. Нет, наш фильм не о вулканах, он о самых прозаических вещах: песке, глине, камне, веществах которых основу составляет кремний. Но не спешите разочаровываться. Порой ожиданности подстерегают там, где их меньше всего ждешь. Итак, начнем по порядку. Давно известна истина. Основа всего живого на Земле составляет углерод. От этих простейших в капле воды до человека. Белки, жиры, углеводы. Это все производные соединения углерода. Считается, что и жизнь на Земле началась появлением в море первых углеродных соединений белковых молекул. Но белок имеет узкие границы существования. Третий белок разрушается при температуре 60 градусов. Но как объяснить тот факт, когда в кипящих гейзерах живут живые организмы, диатомовые водоросли, живут при температуре до 160 градусов? Как такое возможно? И при этом спокойно размножаются. В чем тут дело? Как ее защищает от такой температуры? А оказалось, оболочка из окиси кремния. Но это открытие ученых было только началом. Ну и что дальше, скажете вы? Ну а дальше кремний был обнаружен в космосе в большом количестве. На всех доступных взорах человека, небесных телах и не только, ученые заговорили о том, что жизнь может быть даже и на горячих планетах. Только не белковая, а кремниевая. Но это в космосе, а на Земле. В земной коре кремния после кислорода больше, чем всех остальных элементов вместе взятых. Тоже случайность? Не думаю. Почему тогда в таблице Менделеева углерод – основа жизни и кремний стоят в одной группе? Значит, должны обладать схожими свойствами. Еще одна загадка, как и чем питались первые растения на Земле, когда еще не было гумуса, а стало быть почвы. На этот счет существовало множество предположений, до тех пор, пока ученые не обнаружили вот эти существа – силикатные бактерии. Они поедают минералы кремния и освобождают из них калий, фосфор, азот – самые необходимые для растений микроэлементы. И очень возможно, что силикатные бактерии были первыми живыми существами на Земле. Буквально съев верхний покров планеты, они создали почву. Вопреки существующим мнениям, казалось, что кремний содержится во всех растениях. Выявили среди растений и чемпионы. Рис, бамбук, крапива, папоротник. Все они очень устойчивы к морозам и засухе, к радиации и грибковым заболеваниям. Папоротник, например, практически невозможно заразить. И еще, кремниевые растения уже много веков широко используются в народной медицине. Особенно крапива, и не потому, что ее листья сплошь покрыты окисью кремния. Вот, посмотрите, стеклянные крючки, благодаря которым она жалит. Итак, кремний был обнаружен всюду, и в организме человека тоже, правда, в небольшом количестве. Но оказалось, что, например, в месте перелома
его содержание возрастает почти в 50 раз, так как будто организм посылает его сюда на помощь. Выяснилось также, что при недостатке кремния стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность и лопаются. Вы видите сейчас этот момент. Ученые выяснили, что недостаток кремния в организме человека приводит к появлению раку, диабету, дерматиту, плохому сну, даже к процессу старения. Все зависит в нашем организме от кремния. Без недостатка этого элемента организм начинает давать сбои. А считалось ранее биологически активным элементом, который играет огромную роль во всех процессах жизнедеятельности. Вот тут-то за дело взялись химики. Ученые Латвийского института органического синтеза начали трудный поиск. Напряженные поиски латвийских ученых дал интересные результаты. Впервые в мире были получены необычные вещества – биологически активные кремние соединения. И сразу начались неожиданности. Эти болезнетворные простейшие, например, спокойно живут в растворе антибиотика, который еще месяц назад был смертельным для их вида. Всего месяц, и новейший, дорогостоящий препарат уже неэффективен. Колби тот же антибиотик, только атом углерода заменен на атом кремния. Проходит всего несколько секунд и смерть. Обычно мыши могут на воде продержаться не больше часа. Эти плавают уже 6 часов. А всего лишь крохотная инъекция нового препарата. В живом организме все подчинено строго регуляции, определенному ритму. Когда клетки начинают бесконтрольно размножаться, мы говорим раковая болезнь. Мышек, которых вы видите с метками, им сделали инъекцию раковую опухоль. Мышкам без меток сделали то же самое. Но добавочно вводили инъекцию с кремниевым соединением. Так выглядел мышиный городок через 10 дней. У мышек без мета, как вы видите, нет даже малейшего признака заболевания. И вот как выглядят мышки, которым привили только раковую опухоль. Раковая опухоль поразила мышки все тело. Так что получается, кремниевый препарат справился с болезнью? Да, справился, но вернее будет, что организм справился. А помогло им в этом соединение кремния. Вывод. Кремний восстанавливает поврежденные ткани. Как ученые медицинских наук прозвали кремний продолжитель жизни. Кремниевые препараты омолаживают, восстанавливают клетки на атомном уровне. Да, как это ни парадоксально, но мы должны назвать кремнием элементом жизни, который будет в дальнейшем будущем нам продлевать жизнь до 1000 лет. Может, согласитесь со мной или нет, но бывает открытие там, где его вообще не ждешь. Как вы поняли, это уже ушло. И больше продолжаться и что-то изучаться не будет. Проект закрыт. Всем пока.